Трагедия в Мелехово, где под колесами машины на пешеходном переходе в начале сентября погибли двое 13-летних школьников, потрясла область. Вместе с родителями, которые потеряли детей, скорбят жители всего поселка. Водитель, сбивший подростков, сейчас под стражей. Следствие продолжается. Я сам был на месте гибели детей, разговаривал с местными жителями. Я скажу вам, горе родителей, близких людей передать словами невозможно. Люди мне рассказывали, что после этого случая, когда я был на месте, дети, взрослые просто боятся переходить дорогу. Глава региона поручил установить в Мелехово светофор и оснастить переход искусственными неровностями. Последнее поручение уже выполнено. К сожалению, трагедия в Мелехово не единственная. В этом году в нашем регионе произошло уже 190 аварий. При этом 5 несовершеннолетних погибли и более 200 получили ранения. По сравнению с прошлым годом, число ДТП с участием детей возросло на 14%. Растет количество таких аварий в Камешковском, Киржачском и Везняковском районах. В половине случаев пострадали дети, которые находились в салоне автомобилей. В 62 ДТП несовершеннолетние были пешеходами. Почти в половине этих аварий виноваты были сами дети. Сотрудники ГИБДД провели беседы с учащимися нескольких школ и сделали выводы. Мы увидели, что никто из детей не мог похвастаться, что у них есть элемент световозвращающий, элемент на одежде. А ведь мы все понимаем, и вот поверьте мне, ночные ДТП, вот если есть малейший элемент световозвращающий, но это, знаете, реальный шанс остаться в живых. Вот просто реальный шанс. Как снизить детский травматизм на дорогах, обсудили на межведомственной комиссии в Белом доме. Общее мнение экспертов, напоминать о правилах безопасности нужно не только детям, но и их родителям. По мнению руководителя регионального департамента образования, гораздо большего можно добиться не массовыми мероприятиями, а точечной системной работой, которая в постоянную практику еще не вошла. Когда мы получаем, например, сведения по каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних и совместно разбираем этот случай с классным руководителем, включая или директором школы, с сотрудником госавтоинспекции, с участковым, приглашаем родителя. Вот такая работа по каждому факту, я думаю, она бы дала тоже свои положительные результаты. На совещании также решили, что в области надо уделять больше внимания размещению социальной рекламы о безопасности дорожного движения. Татьяна Гордеева, Егор Герасимов, «Губерния 33».